Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Inverbis Virtus. Мы продолжаем проходить данную видеоигру. И тут, короче, с момента последней серии я тут такую интересную вещь наблюдаю. Это просто, ребята, какой-то трындец полный. Но обо всем по порядку. Огнемунью. Вот. Давай-ка, Ягомедих! Твою мать! Ягомедих! О, нормально. Короче... Я вот в тот раз кристальчики-то же поставил, да, короче, вот на места. И подобрал правильные цвета. И запускал несколько раз. Ну, сами все видели, нихера не работало. Но стоило мне только загрузить просто сохранение. Кристаллы уже на месте стоят. Сами только вот видите, бесцветные, короче, да? И стоило мне повторно сделать, как вот эта вот штука, короче, позади меня поднялась вообще тут вот. Ну, сейчас, короче, сами все видите. Эктолюма. Так. Это, по-моему, так. Да. Так. И вот так. Все. А, блин. Стоять. Вот. Вот так вот. Все. Так. Вот, короче, мы активировали. Видали, да? Вот. И опа-на. Вот так вот, короче, поднялась, да? Вообще охренеть. И ворота открылись. И вообще все замечательно, да? Просто. Обалдеть. Что там? Эктолюма. 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 Что это такое вообще? Чё? О! Еще и открывается здесь что-то. Да вы чё, серьезно что ли? Ни хрена себе. Ой, блин, куда же? О, Атула огни. Атула огни. Атула огни. Атула огни. Кошмар. Удах на тем. И чё? Блин, ой, надо. Ой, блин, надо выйти отсюда, по ушам бьет. На тем Атул Дэдпул. Короче, я понял, надо еще вот эти вот задействовать. Атул огни. Атул огни. Вот, вот эти вот задействуем. Ой, блин, да что ж такое опять, а? Атул огни. Атул огни. Нормально, Атул огни. Атул огни. Все. И теперь взрываем это все дело нахрен. Удах тотем. Удах на тем. Удах на тем. Что случилось? Ну а что не открывается-то? Тяло удах. Не открывается. Вообще ништяк. Блин, надо, короче, это. На тем Атул Дэдпул. На тем Атул Дэдпул. Чё? А, о! Это что такое? Что это за знак? Тиал удах? Я и не перевести не могу, и ни хрена. А еще открылись? Нет. На тем Атул Дэдпул. Обалдеть. Просто надо лечиться, короче, срочно причем. Твою мать! Ой, бля! Ой! Иди... Оби-киноби! Оби-киноби! Ты ёб! На тем Атул! Оби-киноби! Ага! Так тебе! Так! Все, ага! Больно, мразь! Тварь! Муньо намет! Ага, чё, щиты эти, шипы не помогают, да, когда я в щите нахожусь? Так. Муньо намет! Давай, 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 уходим, уходим, уходим. Ох ты! Нихрена себе. Оби-киноби! Муньо намет! Тьфу, ёп, пиздец. Взяла, убила, а? Вот тварь-то. Блин. Короче, надо сейчас просто бой с ней завязать, не прыгать в эту шахту. Ну вот, блин, опять 25. Да что ж такое? Ой, ладно. Эктолюма. Угу. Так, тут у нас. Так, а, вот так вот. Во, давай, 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 давай.
Все, поднялось. А, никого нету, заметьте. Забавно. Так. Эктолюма. Эктолюма! Угу. Во. Удах на тем. Ну-ка, где эта тварь-то? Во, появилась. Ну, давай. Оби-кеноби. Давай, 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 давай. Так. Давай, есть. Атулагни. Атулагни. Муньо на мэт. Все, нормально. Блин, мне бы такое заклинание с шипами против этих. Ну, что будем делать? Муньо на мэт. Ракеты. Атулэ кто? Ой, хорошо. Так. Муньо на мэт. Все, давай, уходим, 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 уходим. Эти шипы нафиг не сдались. Давай, 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 давай. Муньо на мэт. Угу. Все. Давай. Колдуй! Оби-кеноби! Так. Нормально, прямо столкновение толчка силы, так сказать, да? Прям как в Звездных войнах. О, нормально. Атулагни. Да сука, мать твою, чё ж ты против. Муньо на мэт! Не действует, и все прям вот когда надо. Блин, шипы эти не видно что-то. Они как-то странно показываются. Так. Муньо на мэт! Опа-на! Атулэ кто? Ой, хорошо! Так. Ну что ты делаешь? Оби-кеноби! Так тебе! Давай, 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 давай! Жмем ее, жмем, давай! Вот так! Ой, хорошо! Так. Атулагни. Муньо на мэт! Уходим, шипы! Хреновы шипы. Они так это отображаются странно. Оби-кеноби. Муньо на мэт. Твою мать, а. Чё ж не подействовал-то? Оби-кеноби. Так, жмем. Ага. Чё, еще? Да что ж можно? Муньо на мэт. Уходим! Уходим, 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 уходим. Так. Ну. Муньо на мэт! Давай, стреляй! Атулэ кто? Хорошо. Давай, 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 давай. Да что это за мной? Муньо на мэт! Атулэ кто? Все? Есть! О, смотрите, открылось что, да? Нормально, так, давайте сначала мы полечимся, сохранимся. А то что-то совсем худо. Ягомедих. Ягомедих. А, блин, огнемунио. Блин, все замерзшее, а. Ягомедих. О! Вот это другое дело, сохранимся. Все, так. Ну, смотрите, что мы имеем. Мы можем теперь это активировать дело на тема Tool Deadpool. На тема Pool Deadpool. На тема Tool Deadpool. Угу. На тема Tool Deadpool. Как же в тот раз-то... Вот. На тема Tool Deadpool. На тема Tool Deadpool. Так... Но... Где же это? Так, ага. Вот. Все. Тиалудах. Тиалудах. Опа-на. И...
И что? На тема Tool Deadpool. Даже непонятно, что это дало, но что-то дало. Что-то дало. Нет, ни хрена это ничего не дало. Так, сдается мне, мне надо как-то... стоять. По-моему, надо как раз сейчас вот это вот задействовать. Эктолюма. Эктолюма. Давай, 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 давай. Вот, ага, хрен из два. Короче, чтобы все получилось, мне надо этот вот куб, который висит, подставить под этот луч, чтобы он сквозь него стал красным по всей виде. Ой, синим, да? И тогда получится то, что нам нужно. Но мне надо его отсюда как-то отсоединить. А как это сделать, хрен его знает. Там, кстати, вот еще один есть переключатель, но до него не дотянуться, к сожалению. И плюс еще вот эти вот какие-то странные символы. Ну что, предлагаю спуститься тогда на дно. На дно спуститься. Вот здесь, которая открылась у нас. Она открытая. Эктолюма. Эктолюма уже нынче телепортация. Эктолюма. Вот офигеть, да? Вот какие сбои дикие. Все, ну, понятное дело. На тема Tool Deadpool. На тема Tool Deadpool. Так. Атула огни. Атула огни. Атула огни. Атула огни. Так. Ну-кась. Попробуем так. На тем Атул Дэдпул. На тем Атул Дэдпул. Атула огни. Атула огни. А ну-ка, стойте-ка, тялудах. Ну вот, допустим, как бы я могу подняться. И чё? Спрашивается. Но ведь ничего же не даёт. Да. Нафиг вообще туда-сюда мы подняли. Ага, здорово, теперь мне ещё и хрен с два спущусь, да? Блин, обалдеть. Так. На тема Tool Deadpool. Во, ну слава богу, хотя бы телепортация спасает положение. Я даже не знаю, какие еще нам надо активировать, чтобы все у нас получилось. Вот это вот откроется когда-нибудь? Тут, походу, ни хрена не откроется. Вообще. Может быть, эти? Нет, эти не откроются. Это мы уже использовали. Ягомедих. Ягомедих. Все. То есть остается все-таки использовать только одно. А что если я посвечу через это? Эктолюма. Нет, тут нужен синий луч. Ага. Ну ладно. Так, и тут ни хрена нету. На тема Tool Deadpool. Это что такое? Я вот не могу не прочитать это, ничего, тялудах. Ибо Экто. О, как интересно. На тема Tool Deadpool. Ой, блин, а. Да что в тебя. Ну ладно, давайте попробуем. Удах на тем. Удах на тем. Угу. И нахер иди, говорит, мол, а. Чёрт. На тема Tool Deadpool. Может быть, здесь открывается это все? Атула огни. Атула огни. Атула огни. Так, давайте попробуем так. Атула огни. Атула огни. Атула огни. Атула огни. Вот. Скорее всего, здесь будет открываться. Точнее, с той стороны. На тем Атул Дэдпул. Во-во-во-во-во. Удах на тем. Нет, ну это, конечно, какое-то... какое-то издевательство, как по мне. Полное причем. Ну чем, здесь хотите сказать, что ли, что-то откроется? Ну что-то я сомневаюсь, что здесь что-то... Какие-то изменения произойдут. Мне здесь надо вот этот вот куб как-то...
открыть. А как это сделать? Тут надо взорвать вот эту вот штуку, и тогда, может быть, это все отцепит. Но мне еще необходимо там открыть проход. И как-то там задействовать знак подчинения. Каким-то образом. Натэм атул Дэдпул. Я, скорее всего, сюда вообще не должен был добраться. Я должен был, скорее всего, вот этими путями как-то пробираться пока что. И то, что я сюда попал, это, наверное, вообще как бы считерил, считай, да? А может быть и нет. Но вот как туда попасть, это, конечно, вопрос на миллион. Угу. Ну-ка, натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Так, натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Ну чё, прыгаем? Эх, где наша не пропадала, блять? Всё. Разбились нахер. Ах, чё делать? Нихера непонятно. Ой, только не говорите, что заново сейчас надо все это. Да нет, слава богу, хотя бы не заново. Хоть это радует. Но кровища, следы указывают, что надо как-то сюда идти. Как-то здесь все это делать. Но, скорее всего, мне кажется, эта башня будет реагировать на ту кнопку тоже подчинения. Натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Опа-на! Так, Тиалудах. Вот. А ну-ка, ибо я кто? Вот так вот. Давайте-ка. Давай. Тиалудах. Ага. Хреноебень ты какая творится. Вообще ничего не понятно, как это делается. Работает. Плюс еще вот этот вот знак. Короче, надо подумать. Короче, я тут интересную вещь обнаружил. Смотрите на этот знак. Я его взял, сравнил с галереей своих этих вот знаков. И он очень хорошо похож на знак огня. Прямо копия, я бы сказал. Может быть, им как-то это... Можно все исправить. Атул Агни. Хер знает. Удах тотем. Опа-на! Чё происходит? Это чё за звуки были нахер? Это чё сейчас было? Ни хрена себе. Так, ну допустим. Ёлка гори, ёлка зажглась, да? Только Снегурочка еле спаслась. Натэм атул Дэдпул. Чё, здесь что ли что-то включилось? Я что-то не пойму. Или где? Натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Так. Ну-ка, стойте-ка, глянем. Может быть, тут открылось? О, открылось! А, блин, не открылось, твою мать! А что же это за звуки тогда были такие? Натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Атул Агни. Удах натэм. Уже не работает. Странно. Натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Натэм атул Дэдпул. Ну-ка, стойте-ка, дайте-ка я гляну. Может быть, тут что-нибудь у нас? Тиал удах. Блин, что-то так двигалось, и непонятно даже, что двигалось. Может быть, там Натэм атул Дэдпул. Так, вот, может быть, реально здесь что-то у нас получилось. А вот эти вот, ну это счеты. Это определенный счет, 1, 2, 3, 4. Вопрос в другом, как их активировать? Это, конечно, странновато. Очень странновато. Но еще страннее то, что что-то задвигалось, когда я это активировал. А что задвигалось, ни хрена непонятно. Так, может быть, снова этот задействовать?
Натема пул... Эктолюма. Эктолюма. Так, ну-ка давай-ка. Может быть, что-нибудь еще произойдет? А, ну ни хрена. Так. Ага, зеленый. Фиолетовый. Вот. Ну-ка давайте-ка так попробуем. Че, пока нет, ничего у нас не происходит. Ой. Ну давайте так попробуем. Отулагни. Отулагни. Натема пул дедпул. Атул агни. Атул агни. Винты все крутятся, да, у нас? Да, все крутятся. Натема пул дедпул. Так. Что случилось? Натема пул дедпул. А, ну понятно. Атул агни. Атул агни. Атулагни. 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 Удах на тем. Да. На тем атул дедпул. Нам это тул. На тем атул дедпул. На тем атул дедпул. Короче, что-то ни хрена это ничего не дало. Я даже не знаю, что-то там подергалось. Какие-то звуки странные прошли. А что было, непонятно. Может быть, опять какой-нибудь баг. И стоит загрузиться, чтобы все проверить заново. Ну, не знаю, Тиалудах. Блять, ну это вообще пиздец. Тиалудах. Тиалудах! Удах на тем. Да. Просто жуть. А что если... Ибоэкто? Нет. Нет, 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 нет. Не, 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 нет. По-моему, вообще глупая затея винты морозить. Тут надо что-то сообразить. Надо, короче, прикинуть, поразмыслить. Так, ребята, у меня тут, короче, такая мысля родилась в голове. Вот эти переключатели, да, они же ведь имеют свою нумерацию, по сути, они же бывают не по, должны по порядку активироваться. И единственное, что у нас тут может создать, так сказать, нумерацию, это вот только вот эта вот схема. Правда, ни хрена не понятно. Но если взять, допустим, вот эту вот за спуск, тогда это должна быть четвертым, вторым, первый и третий, да, получается так. То есть... так, я запишу-ка. Ну-кась. 4. 2. 1. 3, да? То есть вот так вот у нас получается. Давайте-ка попробуем, короче, мы... взорвать их в правильном порядке. Причем, если тут 4, то и там 4. Эти 2 мы не будем брать, поскольку они у нас отвечают только вот за это. На тайм апул дедпул. Блять, я с этим заклинанием убьюсь проще. Так, это у нас, значит, четвертым должна взрываться, допустим, это вторым. Так, вот это вот первым. На тема пу... О. Атулагни. 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 Вот. Атулагни. И атулагни. Атулагни. Вот. Ну-кась. Удах на тем. Дас! Да! Обожаю, когда все так вот сходится. Вообще просто охренеть. Тиалудах. Это что это еще такое? Шарик. Оби-кеноби. Я как и ты был на цепи. На тема пул дедпул. На тема пул дедпул. Дайте хоть выбраться-то отсюда. На тема пул дедпул. Ага. Оби-кеноби. Шарик. Куда же мне его засунуть-то?
Стоять! Кстати, он не растает-то? Натема пул Дэдпул. Оби Кеноби. Ага. Погнали. Слушайте, он, по-моему, все меньше и меньше становится. Нет? Я, кажется, знаю, его надо сюда, в этот вот, засунуть. Вот. Твою мать. Вот, видимо, что имелось в виду, да? Двигаем вдоль путей. Так сказать. Да чтоб тебя... Намин Окта. Октанамет. Давай-ка, вытаскиваем. Так, мне надо, получается, его тогда... Намин Окта. Октанамет. Намин Окта. Так. Вот, короче, идем. Идем, блин, он все меньше и меньше становится. Блин, а? Ай-яй-яй-яй, он все меньше и меньше становится, сука, тает, мразь. Так. Давай. Так, так, так. Да ёб твою медь, а? Я понял. Мы сейчас, короче, создадим этот шарик, да? Возьмем на него, наложим Атула Агни, отправим туда, и там взорвем. Причем аж 3 штуки этого Атула Агни. Там то, что же 3 цели. Блин, ну офигеть, конечно. Тут можно как-нибудь играть? Натем Атул Дэдпул. Агнимуньо. 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 Твою мать. Атул Агни. Удах Натем. Так, Натем Атул Дэдпул. Нет, ну он здесь не хочет вообще. Тиал Удах. Оби Кеноби. Атул Агни. Атул Агни. Атул Агни. Оби Кеноби. Все, погнали, блин. Правда, не видно ни хрена. Ну а что делать? Надо быстрее, 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 быстрее. Атул... Натем Атул Дэдпул. Натем Атул Дэдпул. Натем Атул Дэдпул. Оби Кеноби. Намин Окта. Окта Намет. Твою мать, ты высовывайся, ёбаный ты свет! Погнали, 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 пока шарик не растаял. Так, теперь, короче, вот сюда его засовываем. Так. Сюда. Несемся, несемся. Во. Удах на тем. Опа-на! Видали, да? Нормально! Оби Кеноби. Все. Видите, да, как картинка складывается-то? Конечно, подумать надо тут. Даже сумасшедшим стать немного, но тем не менее. Апуаби? Оби Кеноби. Апуаби? Ладно, Натем Атул Дэдпул. Натем Атул Дэдпул. А хотя нет, по сути, дайте-ка я сохранюсь. Сохранюсь. Сначала вылечусь. Ягамедих! Ягамедих! Во! И сохранимся.
Так, ну что, давайте запустим. Натема Pull Deadpool. Натема Pull Deadpool. Натема Pull Deadpool. Тиалудах. Натема Pull Deadpool. О! О, проход! Погнали, погнали, быстрее! Что у нас тут? Еще босс будет или... Или что у нас там? Куда надо это... Нам надо планетарий как бы активировать. Натема Pull Deadpool. Так, и спускаемся в ад куда-то. Блин, все выше, ниже, выше, ниже. Ищем способ там что, победить смерть? Там главный герой что-то у нас. О, сохраниться предлагает. Ну давайте еще раз. Коль уж предлагает, то почему бы и нет. О! Забавно. Оби-ки... Блядь! Твою мать! Оби-киноби! Оби-киноби! Давай, Натема Pull Deadpool! Натема Pull Deadpool! Натема Pull Deadpool! Оби-киноби! Ай, все, пиздец! Все, короче, надо бежать, прыгать на эту штуку и опять, короче, драпать. Обалденная игра. Всю игру, короче, валишь от этого чувака, походу, да? Точнее, всю эту вот планетарную часть, так сказать. Оби-киноби. Быстрее! Оби-киноби! Натема Pull Deadpool. Тиалудах. Оби-киноби. Оби-киноби. Апу-оби. Ибо-э кто? Ага. Оби-киноби. Так, давай, 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 давай ты. Ай, блин. Натема Pull Deadpool. Давай. Оби-киноби. Ибо-э кто? Натема Pull Deadpool. Натема... Фу, блять, я не успел на поезд. Короче, можно на него не обращать внимания. Главное за этим успевать и все. А там, когда он вблизи будет, уже это... Ладно. Оби-киноби. 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 Апу-оби. Во, все, нормально, сейчас у нас даже преимущество есть. Натема Pull Deadpool. Натема Pull Deadpool. Тиалудах. Оби-киноби. Оби-киноби. Апу-оби. Ибо-экто. Так. Морозим, морозим эту мразь. Так. Все. Отлично. Натема Pull Ибо-экто. Натема Pull Deadpool. Натема Pull Deadpool. Оби-киноби. Ибо-экто. Пятки морозим. Что здесь такое? Это что еще за хрень? Это мы вообще куда движемся? Так, а, руна присутствия. Ой, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Беги, 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 беги. Он все идет. Опа-на! Попадос. И чё? Облом? А я как пройду? Угу. Ибо-экто. Блин, слушайте, мы можем хотя бы рассмотреть его. Как же мне тебя-то... А, я не могу пройти, да? Не могу пройти, и что мне делать теперь? Так.
Угу. Тиалудах. Ой, блядь. Ну чё, опять что ли забаговалось? Я чё-то вообще не понимаю юмора уже. Атулагни. Тиалудах. Тиалудах. Удах тотем. Дать хотя бы это активирую. Тиалудах. Блин, вообще код из матрицы какой-то. Блин, вот хрень-то. Ой, блин, ой, блин. А чё, мне сюда, что ли, поближе подойти? Но он не может пройти. Хм. Вообще обалденная игра. Просто замечательная. Натема пул дед пул. Натема пул дед пул. Вот реально не знаешь, что делать. Ну вот что мне делать? Натема пул дед пул. А, тиалудах. Все, вот. Давай, жмем его. Ух ты, смотри. Фаталити. Да. Вот и все. А я-то думал, блин, уже башку ломать начал. Тиалудах. Тиалудах. А? Активировали еще, считай, да? А это что такое? Портал. Это портал у нас. Куда попали? О, вышли откуда-то. А, ну так мы же здесь были вроде. Да, мы здесь были. Постойте, это... Ой, 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 не-не-не-не-не, назад. Нам сюда. Натема тул дед пул. Вот сюда вот. Возвращаемся, короче. Натема пул дед пул. Все. Можно сохраниться, кстати. Замечательно. И осталось активировать планетку. Натема пул дед пул. Натема пул дед пул. Так. Намета тул. Ой, блин. Черт, куда ты меня аж нахер это? Все. Ибо экто. Давай, 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 давай. Так. Вот. И осталось активировать у нас планету и посмотреть, что будет за теми дверьми. Но смотреть, что там за этими дверьми, друзья, я думаю, мы уже будем в следующей серии. Ссылки на группу ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам. Крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока.